Так, Сатурн. Попался, родненький. 22 апреля 2021 год, Харьков. И время у нас утречком 4:58 по Киеву. Один миллиард 511 миллионов километров до Сатурна. Так, а у меня один к 80 выдержка стоит, интересно почему. Так, это я снимаю фотоаппаратом Nikon Coolpix 5000, ISO 400. Сейчас еще на Юпитер посмотрим, чтобы два раза не вставать. Так, вот эта выдержка 1 к 30. Понятно, что над горизонтом еще Юпитер и Сатурн. И пока смотрим мы на него через плотные слои земной атмосферы, соответственно, все размыто. Ну что, пошли к Сатурну. Ой, господи, к Сатурну, к Юпитеру. Вот он наш красавец. Так, сейчас я уже вижу спутники Галилеевы. Так, я что, на экране, наверное, видно не будет, да, к сожалению. Ну хорошо, в любом случае правый я вижу, который самый правый сейчас будет за краем, в угол правый верхний прятаться. Это Калиста, потом идет Ио, потом близко спаренный, близко к Юпитеру Европа, и слева от Юпитера Ганимед. Так, вот спутнички улезают. Спутнички улезают, выкрою в кадр. Пошел, два спаренных пошли. Калистовая, значит, Ио Европа, Калиста самый правый.
Так, и вот Ганимед вполз в кадр. Резвенько довольно движется. Так, сейчас попробую выдержку уменьшить, посмотреть, что получится. Даже в окуляре я и полосы различаю. Наверное, полосы экваториальные на Юпитере. Наверное, такого роскошества на экране видно не будет. Ну хорошо, сейчас с ним поснимаю с другими выдержками. 22 апреля 2021 год, Харьков.